Новгородская земля, а вместе с ней вся Русская Православная Церковь, празднует историческую дату – столетие со дня канонизации святителя Иосафа Белгородского, великого угодника Божьего, молитвенника за землю нашу, человека, который так много сделал для этой земли и для православия на Руси, и который был прославлен не только потому, что люди желали, чтобы его имя было вписано в историю церкви как имя святого, но силой Божией, нетленными мощами, явленными церкви и народу, был он сопричислен к лику святых. И мы знаем, что молитвы перед святителем Иосафом исполняются. И в новейшее время, когда вновь были обретены святые мощи, и когда они прибыли на эту землю, то это было великим знаком надежды. Я радуюсь всему тому, что я слышу и узнаю о жизни Белгородской области, о замечательных успехах в области экономики, в социальной сфере, о политической стабильности. Я радуюсь большим успехом в церковном строительстве, в созидании приходов, воскресных школ, общественных организаций, которые тесно взаимодействуют с церковью. И глубоко убежден в том, что многие успехи, которые сегодня очевидны и которыми отмечена жизнь Белгородской области, связаны именно с благословением святителя Иосафа. Пусть же это благословение и далее простирается на Белгородскую землю и на всю Русь святую. Благодарю вас за внимание.